відкрита трибуна. Як ви ставитеся до зовнішньої реклами? Никак не ставлюсь, не обращаю даже внимания на нее. Ну, неинтересно. Ну, стоят бигборды, там, может, взгляд кинул, а так, в принципе, все равно. Есть она, нет. Ну, я думаю, для окружающих хорошо, а для водителя они отвлекаются на дороге. Ну, а так, в общем, хорошо. Я до зовнішньої реклами нормально відношусь, вона мені не заважає. Навпаки, вона десь допомагає знайти дещо, що я шукаю інколи. Ну, реклама мені якось не заважає, а взагалі-то, якщо вона така, що ну, прилічна, то це добре. А якщо ні, якщо там якісь оголені тітки, як там труси були, то це, звісно, не дуже доречно. Если реклама честная, если реклама нужная, то я думаю, она полезная для населения, то можно и ставить. А если вот это ну, неправдивая и люди не знают, что это правда или неправда, то зачем ее ставить? Ну, я думаю, что для людей, если полезно, то реклама нужна. Если для фирм, то она не нужна. То в принципе нормально, даже больше скажу, отлично. Я только за, потому что сами иногда ищем какие-то офисы, какие-то компании, с которыми можно сотрудничать или обратиться по поводу какой-то там продукции для себя, для друзей, там, для родственников. Поэтому, ну, идя по улице, можно наткнуться на эту рекламу, а так вот в интернете иногда много сайтов выбрасывают, но их пересматриваешь и не часто попадаешь. Поэтому как бы она нужна для того, чтобы информация была для людей, и в любой момент можно было вот так идти по улице, обратиться, позвонить телефону. Я лично я за. Считаю, что правильно, будешь знать, куда пойти. Считаю, что правильно реклама. Мне она не мешает, транспорту тоже. Відкрита трибуна.